Так, друзья, всех приветствую, добро пожаловать, и это мое видео обзор и распаковка веб-камеры, которую только сегодня получил, веб-камера Razer Kio. Написано, что стримерская видеокамера специальная, но качество на стримах мы оценим позже, а сейчас просто распаковка и первый взгляд. Видите, написано, что данная веб-камера оптимизирована для OBS и приложение XSplit Broadcaster, которое мы будем использовать для размытия фона, скорее всего, пока у меня нету хромакея. Что еще? Заказывал ее в розетке. Стоимость на сегодняшний день ее получилась в районе 5000 гривен. Доллары там переводите по курсу 28,8. Вот. Ну, открываем коробочку и что мы видим. Razer, мы знаем, всегда делает очень качественные вещи. Такое приветственное письмо от компании, от креативного директора Мингинг Тана, кофаундер и CEO Creative Director. Вот, поздравляют нас с покупкой бренда Razer. Далее книжечка. Что у нас тут? Инструкция, юзер гайд. Написано, как камеру настраивать, запускать, подсветка и так далее и тому подобное. И как в айфоне, в комплекте идет две наклеечки Razer. Не знаю, как куда их клеить, наверное, никуда не буду клеить. Итак, сама камера. Очень качественные материалы используются. И сама коробка очень приятная, качественно все сделано. И поролон, в котором находится эта веб-камера. Давайте ее попробуем достать отсюда. И выглядит она как-то так. Как какая-то пудра косметическая, женская. Или шайба. По кругу у нее светодиодная подсветка с рассеивателем вокруг самого объектива. Камера снимает Full HD, разрешение 1080 с частотой 30 fps и в 720 с частотой 60 fps. Имеет кучу разных вариантов, видите, по креплению, как к монитору, как она просто на столе может у вас стоять. Вот, все зависит от того, как вы будете применять. Также, что очень радует, что есть крепление для штатива. Его, я думаю, тоже буду использовать. Кабель в оплетке, подключение через USB. Смотрите, брендовый такой Razer Stacker. Очень приятный кабель, который находится в оплетке и с, видите, фиксатором таким. Давайте попробуем просто первоначально ее подключить. Мне интересно посмотреть на работоспособность подсветки. И работает ли она у нас вообще. Может быть, там вообще у нас какой-нибудь брак. Поэтому крепим на монитор. Я сейчас просто ничего не буду так прям ставить, так как она будет стоять. Пока просто наживляю. Подключаю ее в USB. Ничего у нас не работает. Скорее всего, необходима будет настройка этой камеры. Но это уже совсем другая история, ребята, будет настройка этой камеры, качество ее изображения на стримах при разном освещении. Это мы сможем уже увидеть несколько позже. Вот смотрите, кстати, загрузилось сразу, я ничего не устанавливал, запустилось ПО автоматически. И устройство готово к работе, написано Razer Kio. И вот, ребят, можете видеть, как, собственно, и работает эта подсветка. Есть индикация работы камеры самой. И когда мы вращаем кольцо, с каждым шагом светодиод становится ярче и ярче. Что дает очень приятное студийное освещение. При этом оно не бьет в глаза, потому что есть рассеиватель этого света. Ну вот на этом все, как бы. Заканчиваем. Спасибо вам всем за внимание. Надеюсь, на стримах она себя покажет с лучшей стороны. Все, всем спасибо, всем пока, ребята.